Друзья, посетим мы с вами сейчас ресторанчик «Шведский стол». Сейчас все покажу и расскажу. Пойдем. Очень интересный, классный ресторан. Ресторанчик, где можно неограниченно кушать. Сейчас все расскажу. Платишь $10 за человека, набираешь все, что угодно, и кушаешь. Просто, друзья, люди набирают вообще всего-всего-всего. Чего тут только нет. Можно и морепродукты, креветки, рыбка всякая вкусная, красная. Смотрите. Пицца, суши. Ну и хорошо разбирают быстро очень. Соусы к ним. Сейчас посмотрим, что здесь. Мясико, соусы. Вкусняшки, креветочки поели. Вот креветки люди накладывают. Осьминожки с брокколи. Раки. В общем, все-все-все. Единственное условие только то, что надо съесть все, что ты наложил. Тут же готовят. Тут же можно брать. Вон у мужчина крабики. Пойду я тоже посмотрю крабиков. Вот тут сушики опять появились уже другие. А, вот они, крабики. Я взяла морепродукты. Вот так это выглядит. Будем пробовать. Немножко такое. Хочу. Давайте посмотрим, что у меня выпадет. Смотрим. Давай смотрим. Опа. Фортуна мне улыбается. Удача. Все, спасибо. Ой, ставьте лайки. Пока-пока. Thank you.